Доброе утро, мои дорогие. На Коломне сейчас полиция. Не знаю, все, ну не подряд, но вот уже сколько стою здесь. Много машин тормозит. А что они тут, не знаю. Работают. Проверяют, наверное, документы. Опять бус останавливает. Документы, наверное, скорее всего, проверяет. Коломна, Лазо. Я стала здесь в тенечке немножко. Лазо. Загружается видео, постою. Стою здесь вот в теньке. Смотрю, машины одна за другой, одна за другой. Значит, проверяют документы. Да, да, вот здесь прямо на повороте опять. Всех подряд. Отъехал следующий, отъехал следующий. А тут что-то там, не знаешь, он делает, открыл багажник. На Коломне. А я пойду туда дальше, в ту сторону. Там немножко пройдусь, пока не жарко. Давно я на этой улице не была. Так что так, надо уходить, а то я отойду, женщина за мной идет и подметает. Я чуть дальше отойду, она уже тут. Я ухожу, чтобы не дышать пылью, она все ближе и ближе. Ну все, всем пока-пока. Девушку остановили, и она подошла к багажнику. Туда, к тому второму полицейскому. Да, вот эта девушка, наверное, на этой машине. Сейчас штраф получит. Этот мужчина тоже вышел. Все, ладно, а я иду дальше. Смотрите, какое-то здание тоже заброшенное тут. Все в зарослях. Все, всем хорошего дня. Пока-пока. Ну, работает полиция. Все работают. Все занимаются своим делом, правильно? Ой, посмотрите, что я нашла. Партия социалистов. Это их не офис, что ли, тут. Все, ладно, все. Всем пока-пока.